Что вот это, брекча, как это назвать? Конгломерат какой-нибудь, нет? Что, брекча, да. Чем отличается это? Брекча, как у нас? Размер зерна. Да, ну, брекча покрупнее. Мы загружаем сейчас эпоктиты. Это образцы с месторождения скальные. Потенциально они содержат микрокристаллы алмазов импактного происхождения. Загружаем все это в камеру. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Уже что-то дробанулось, так как это импактиты, там наверняка много тонкодисперсных частиц. И, в принципе, при электроимпульсе они как бы вскрываются и всплывают. Что-то там уже, что-то дробанулось. Сейчас покажу. Вот мелочевка пошла. То есть эффект работает. Давайте попробуем тогда сделать 100 импульсов. Давай ты с этого, а я с этого. Так. Вот это у нас наситовый продукт. То есть плюс один. Мы используем щелевое сито. То есть понимаете, что частица может пройти по длинной оси и по короткой оси, и в принципе частицы крупнее 1 мм тоже могут попадать под световой класс. Ну, смотри, вот сколько мы соточку сделали, уже вот материал раздробился. Не было же таких частиц, да? То есть надо просто посмотреть, с чем ассоциируют алмазы в эпоктитах, и попытаться найти эти ассоциации здесь. То есть если мы даже не скроем микроалмазы, хотя бы найти ассоциации минералов и уже работать с ними. Это пистолетом можно смыть. Это при том, что не я сам задумал. Но ага, это вижу, что-то да. Уже вскрылось. Вот реально, вот я чуть-чуть жму, и вот он сам. Работает. Ну, чего? Сероводород, значит, есть сульфиды. Само-само. Семечки тут. Если серые воды. Так, после 50 разрядов, что у нас получилось? Да, разрядов 50, не больше. Угу. Ну, основная масса материала осталась. Все еще. Мы провели примерно 100 разрядов на различных режимах электроимпульса. И, собственно, смотрим, что у нас здесь получилось. Все еще остались крупные куски. Это самые крупные, которые были. Изначально, то есть, на них эффект не оказал воздействия. Так, теперь посмотрим мелкие.
О, частицы очень легко раскалываются руками, и, как мы видим, граница разделения отчетливая по двум минеральным фазам, темной и светлой. Есть небольшие артефакты, но в целом скол... Это третья фаза какая-то. Да, это, скорее всего, третья фаза какая-то. Что-то все в расфокусе. Еще раз. Смотрите, какой идеальный контакт. Так, периодически проверяем. Суммарно после 1000 импульсов у нас произошло следующее. Смотрим, что осталось. Как оно выглядит. Слушай, осталось очень мало материала. Еще вот столько. При желании можно издробить вообще все. Сколько исходная масса пробы была? 1,5 килограмма почти, 1,4 килограмма. Крошится руками, смотри, как выкрашилось. Вау. То есть вот она была. И раскрашивается четко по кристаллам. По границам? По границам кристаллов, по граням. Это целый пазл. Найти как было.